умирающий Христос. Он шел смиренно пред толпою, весь окровавленный, с крестом. О, мой Христос, Ты предо мною всегда сияешь торжеством. Венец терновый и колючий так много боли причинял, когда его шипов колючки вонзались в тело. О, зачем, зачем вам мало было крови? Зачем плевали вы в лицо? Зачем кричали в дикой злобе: «Распни! Распни! Распни его!» Он шел и падал, поднимался и снова шел вперед, вперед. Так низко до земли склоняясь, он шел страдать за весь народ. Голгофа, место страха, муки. Кто мог к ней смело подойти, и в чьей груди не вспыхнет ужас, ее предвидя впереди? И вздрогнул он, как звук удара раздался по Голгофе вдруг, и заметался весь, страдая, и заструилась кровь из рук. О, кто же вытерпит страдания, как страшно, больно все горит, и должен крик нестись в стенаниях, но он смирен так, он молчит. Прибит, толпа вся онемела. Крест поднимают над землей, и вновь мученья рвется тело. А он взывает: «Боже мой, зачем, зачем меня оставил? Теперь один среди врагов я в страшных муках умираю, чтоб с них снять тяжесть всех грехов. Мне тяжело, и сатана подходит. Сойди, сойди ты со креста!» Он шепчет, он так хитро ходит вокруг Спасителя Христа. Но в нем любовь, она сильнее всех сил, какие в мире есть. И победил Христос лишь ею. Теперь для всех спасенье есть. «Свершилось!» — громко возгласил он. «Свершилось! Смерть побеждена! Свершилось! Ад навек расторгнут! Свершилось! Жизнь всем нам дана!» О, наш Господь, Ты в тяжких муках за нас в мучениях умирал. Хвала Тебе и аллилуйя! Хвала Тебе за жизни дар. О, помоги ценить Твой подвиг, о, помоги любить Тебя огнем любви горящей, чистой, любить, как любишь Ты меня.